поскольку важно было как раз, опять же, показать вот эту машинерию сцены, и плунжера, и люк, и, там, и круг, который поднимается, когда ты сидишь в зале, на тебя это не производит такого впечатления, когда ты сидишь на сцене, потому что здесь ты наглядно видишь, как все это работает, она поднимается. Ну, когда я впервые это видел, мне просто было, мне было страшно, и как-то это было так мощно для меня. Когда я видел этот эффект в зрительном зале, ну, я как-то оценил так, что это прикольно, да, это как-то интересно, но такого вот масштаба я не почувствовал. Там реально прям, когда он этот круг уходит или поднимается, там прям такие адские верзи, какая-то бездна открывается, да, такое, круги ада какого-то, что очень тоже важно, и это все вот благодаря световым решением, оно еще больше как-то усиливается, и что там еще есть возможность, что там люди могут переходить, что это как какой-то пресс, который сдавливает, да, людей придавливает или наоборот поднимает наверх. И, конечно же, близкая вот история такая интимная, она очень такая камерная, важно, чтобы актеры как бы не играли широко, а играли очень так подробно. Зрители сидят вокруг, окружены его, тем более это те зрители, с которыми общается Кристофер. Это его как бы такие воображаемые друзья, с которым он говорит.